Друзья, всем привет. Всем приветище. Пуня свил себе гнездо. Вот так вот, вот такое. Калачиком свернулся, видите, на траве. И спит. Так же ж уютненько ему тут. Ну не будем мешать, пойдем дальше. Видел, где-то Сэм там копался в огороде. Ух! Никак не сорву, жду, пускай сахара набирается. Холодный, сладкий. Иди сюда, держи. Так, Сэма вижу. Сидит, напыжился. Тут Люся. Сбоку подбегает. Сэм, привет. Как дела, кот? Сэмик. Сэмичек. Кисюня. Сидит, что-то думает, какие-то мыслительные процессы в голове у него там свои кошачьи. Листик. Пошли гулять, Сэм. Не, у него свои планы на жизнь. Ну, мы пойдем дальше. Не, планы поменялись. Побежал. Так, посмотрим, у нас огурчики наши. Просили снять. Ух ты! Вон, смотрите, какие. То есть уже на один зуб можно скинуть. Да. Получилось немножко. Тут тоже небольшой есть. Ну, эксперимент слегка удался. Там погода вроде как бы до октября еще тепло будет. Мы понаблюдаем за этим процессом. Рыжего что-то не видно. С утра зашел, наелся. Хорошо так. И куда-то побежал. Люся. Люся. Кисюня. Сэм, иди сюда. Ага, иди сюда. Сейчас. Побежали. Вот мы куда шли. Травы поесть. Вкусная трава. И так же тщательно выбирает, какую съесть. Да. На подножном корме у нас. Коты наши. Сейчас будут свой желудочек чистить. Ладно, не будем коту в этом мешать. Рыжий тракторишка где-то спит, наверное, уже. Хотя всю ночь в доме пробыл. Это я вспомнил. Я в том году ездил когда на курорт. Там лебеди. Тоже пробовал лебедей кормить. У них нет, не подплывает. Нет такого, как здесь. Пойдем, не обращай внимания. Или, как говорит мой знакомый, не обращай значения. Ага, вот они уже здесь. Или один, или все. Сейчас посмотрим. Ух ты, как он шикарно крылья расставил. Да-да-да-да, молодец. Ух, вот так какая чистая. Раз, два. И вот еще бригада подплывает. Рыбак какой-то сидит, рыбу ловит. Так, ух ты, это что ж ты такой? Напыженный такой. Крылья поднял. Раз, два, три, четыре, пять. Маленьких пять. А вон еще один плывет с той стороны. И он стоит. О, все на месте.
Подплываем поближе. Мои пернатые друзья. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все здесь. Пернатое стадо. Кстати, по-украински нырять, то есть воду нырять, буду пернать. Пернаты. Ой. Сейчас постараюсь закинуть до восьмого. Я ж тебе добросил, ты что не видишь? Ну еще. Так, ты опять самый такой. Ага. Я тебя боюсь. Какой он большой. Кошмар. Ладно, я понял, ты самый смелый, держи. Да что ж такое? Ты шипишь или ешь? Держи. Ай! Опять за палец схватил. Так, ну у тебя, ты больно кусайся. Он смотрит на мою руку. Так, он уже... Да ты шо? Держи. Я не пойму, он таким способом хлебом его выпрашивает или что? Так, за тобой надо глаз да глаз. Да, это камера, ее не едят. Ну на. Ау! Так, все, ну тебя не буду, тебя кормить. Больно кусайся. Восьмому. Так, не добросил немножко. А ну. Как там? А, вон в чем дело. Он и гоняет, а не они его. Тогда понятно. Ух ты, больно укусил, ты. Кусяка. Все, иди броди со своими. Аж палец онемел, я же надо, да? Друзья мои, лебеди. Так, птицы мои гордые. Мы пойдем чай пить, а вы приходите вечером. Хорошо? Ага. Мой ты, мой собакин умный. Держи, тебе осталось немножко. Все, пока, гуси-лебеди. Надо палец до сих пор не мой. Ух, и щипается больно. Не? Так, пойдем. Где там наши коты? Люся где-то была. Убежала, видать. Страшная стала. Я вон вижу Люся. Бежит. Ух ты. Люся. Что с тобой? Чуть тебя погнула только что чуть-чуть. Ты моя кисюня. Кошка. Так, там уже, я так думаю, чаек принял нужную температуру для употребления. А тут Семик сидит на постаменте, как обычно. И так и дома. На кирпичик там. Вернее, здесь на кирпичик. И дома на табуреточку. Лишь бы не на полу. Везде куда-то залезет, найдет себе место. Побежали. Вперед, 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 вперед. Фу. Так, друзья мои, прогулялись. Получили заряд бодряка на день. Всем всего самого хорошего, самого наилучшего. Всем мира, добра. Остаемся на связи, друзья. Всем огромное спасибо. Всем-всем пока.